Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног, был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек, а дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Thank you.
старшина! Ты чего? Ишака повстречал? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела. Двое с автоматами. Маскировочные на кильках. Макарыча убили. Так. Команда в ружье. Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Сосна! Ах ты, мать честная. Либо спят, либо поломка. Сосна! Сосна слушает. 17-й говорит. Третьего давай. Срочно давай, ЧП. Да не ори. ЧП у меня. Эй, Васьков. Так точно, товарищ третий. Что там у вас? Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух. Кем обнаружены? Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Погоди, чесать, Васьков, тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маскалатах с автоматами. А диверсанты как пить дай. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Есть, товарищ третий. Товарищ старшина. Приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. Разрешите мне? Нет. Останешься здесь за старшего. Есть. Положение обнаружен враг. В количестве 2 единиц. Наша задача – догнать противника и захватить его в плен. В крайнем случае уничтожить. Сержанту Кирьяновой приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. Младший сержант Осянина, шаг вперед. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Боец Камелькова. Я. Боец Четвертак. Я. Отставить! Немцев идем ловить на рыбу. Давайте таких, чтобы хоть стрелять умели, что ли. А мы всегда вместе. Ну, хорошо. Я стрелять умею. Отец учил. Боец Бричкина. Да, вот еще. Может, немецкий знает кто? Я. Что такое я? Что значит я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Может, еще кто знает? Как по ихнему руки вверх? Хендехо. Точно. Ну, давай, Гурвич. Так. Остальным разойтись. Спасибо, хоть мокриц не развели. Всем разуться! Ничего себе, командочка. Хорошо хоть не раздеться. Разговорчики. Так. С такой обувкой вы через 3 километра ноги собьете до кровавых пузырей. Значит так, оружие почистить, обуться по-человечески. Кого надо обучить? Порядок себя привести, подготовиться. Взять патроны и сухой паёк на 2 суток. На все про все 40 минут. Исполняйте. Городская, что ли? Оно и видно.
объявление войны, германские войска атаковали наши границы во многих местах. Значит, на этой дороге встретила? Тут. Прошли мимо меня по направлению к шоссе. К шоссе? А чего ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь? Есть такие вопросы, товарищ старшина, на которые женщина отвечать не обязана. Нету здесь женщин. Нету. Бойцы есть. И командиры есть, понятно? Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем, ясно? Тот у вас постелька до сих пор распахнута. Товарищ старшина среднего рода. Ну, шоссе, говоришь, пошли. Черта, им уже с это делать. И тючки, говоришь, у них? Да, за спиной. Мысли я. Тол они несли. А коли взрывчатку тащат, то маршрут у них совсем не на шоссе. А на железку. На Кировскую железную дорогу, значит. До Кировской дороги не близко. Сообщи охране на дорогу. Мой доклад ежедневно в 20:30, позывной 17. Есть. Ну все. Через 15 минут выступаем. Слушай меня. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянина. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор, затем в 100 метрах основное ядро, и еще за ними в 100 метрах последняя пара. Там, ближе к болоту, распределимся. Идти, конечно, не рядом, но в пределах видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, кто по-звериному или там по птичьи кричать может? Мяу. Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь, у немца тоже уши есть. Я умею. По-ослиному. А слышь, здесь не водится. Ладно, будем крякать учиться, как утки. Так селезень утицу подзывает. Правильно говоришь. Сигналы такие будут. Два кряка. Внимание, вижу противника. Три кряка. Все ко мне. Ясно? Попробуйте. Так отставить! За мной. Восков понимал, что если цель немцев – диверсия на Кировской железной дороге, важнейшей транспортной артерии, по которой доставлялись грузы союзников на фронт, то остановить их – задача не просто боя местного значения.
прямой дороги к Вопь-озеру, которую Восков открыл еще в Финскую, немцы знать не могли. На картах здесь одни топи обозначались. А значит, к железной дороге у немцев был один путь. К озеру, на Синюхину гряду. И миновать эту гряду им было никак невозможно. Хорошо немчура побегает. Очень даже здорово. Версток на 40. Давай. Тетя-то с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь? Сиротство? Пожалуйста, знайте сиротство. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут... Известия имеешь? Ну что вы? Родители-то еврейской нации? Естественно. Естественно. Было бы естественно, не спрашивал бы. Соня не знала, да и не могла знать, что ее мать, Вера Иосифовна Гурвич, в это самое время носила на груди желтую звезду и бездушный порядковый номер лагеря «Малый Тростенец». А ни отца ее, ни сестры к этому времени уже не было в живых. Успели. А ну, боец Гурвич, крякни-ка три раза. Зачем это? А для проверки боевой готовности. Забыла, как учил? Нет, не забыла. Коли бы что случилось, вас бы уже архангел на том свете встречали. Растопалась, понимаешь, как телушка и хвост трубой. Чего в пути заметили? По порядку, младший сержант Осянина. Да ничего вроде. На повороте только ветка сломана была. Молодец, верно. Боец Камелькова. Ничего не заметила. Все в порядке. Кустов роса сбита. Слева еще держится, а справа тут дороги сбита. Вот глаз. Молодец, красноармеец Бричкин. А еще было на дороге два следа от резинового немецкого ботинка, что их не десантники носят. Если по носкам судить, те же, что они вокруг болота, и пусть себе держат. Потому что мы возьмем это болото напрямки. Ну все. Сейчас 15 минут. Покурить можно? Ну, кому надо оправиться.
Перекатать! И разбегаться! Сейчас внимательнее надо быть. Я первым пойду. А вы гуртом за мной. На след след. Тут слева, справа трясины. Маму позвать не успеете. Поэтому каждая слегу возьмет. И прежде чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть пробует. Вопросы? Есть? У кого сил много? А чего? Без Бричкина понесет весь мешок, переводчица. Зачем? Затем, что не спрашивают. Камелькова. Я. Взять мешок, красноармейца, четвертак. Давай четвертачок. Заодно и винтовочку. Разговорчики. Делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам. Повторяю, что без ошибок. Ногу ставить, след в след. Слегой в топь. Можно вопрос? Что вам, боец Камелькова? А что такое слегой? Слегка, что ли? Что у вас в руках, товарищ боец? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю? Теперь прояснилось. Даль? Какая еще даль? Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника. Женька, перестань. Так, маршрут опасный. Порядок движения будет такой. Я головной, за мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Ваш сержант осяйно замыкающий. Вопросы есть? А глубоко там? Ну, местами будет. Ну, вам по, это самое, по пояс, значит. Винтовки берегите. В таких местах лишак живет. Ну, сказки, понятное дело. А пиявки тут есть? Нету тут никого. Мертвое место. Погибельное. Что, товарищ боец? Умаялись? Умаялись. Дальше легче будет. До сухой березы добредем и шабаш.
как же без сапога? Мы тебя чуть не сообразим. Но только уж за болотом. Потерпишь? Все равно. Остяп ты, Галка. Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскивала. Я загибала, а он все равно слез. Ой. Ой. Холодно, девочки. Я мокрая до самых-самых. Думаешь, я сухая? Я раз оступилась до конца. Ну, товарищи бойцы, снеги разбираем. И за мной в том же порядке. Снеги здесь прислоните. Может, кому еще сгодятся. Чужачок, товарищ красноармейцы, подготовьтесь. Чуть дальше у водопада отдохнем. Давай. Винтовки, вояки. Оружие подобрать и к дереву прислонить. Сюда раскатки, все в одно место. На мытье и приборку даю 40 минут. Есть, товарищ старшина. Как, товарищи красноармейцы? Порядок? Полный порядок, товарищ старшина. Замерзли? Так ведь все равно погреть некому. Остро. Ну, ладно ли? Очень даже. Спасибо, товарищ старшина. Ну, в путь, товарищ бойцы. Нам еще часа полтора ноги душить. Снег. От левой косы Синюхина гряда начинается. А вон, с другой стороны, ее второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил когда-то. Легон прозвищем. Безмолвия искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь между озерами, через гряду. А там известно, что бронил бы это каменец избу. Вот в них-то мы и должны наши позиции выбрать. Основную и запасную, как там устав учит. Выберем. Будем ждать.
Так, увижу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент, ясно? Ясно. Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда топор у меня попросишь. Да подручных своих пошлешь сухостоя рубить. Говорил же, рубить тот, на котором лишая еще нет. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, будет жар один. Что, мил человек? По-твоему, и жизнь нужно прореживать, как лес. А? Не прореживать, а чистить дурную траву с поля вон. Ну, лес, ладно. Сухостой, там больные стволы. А ежели оно живое, теплое, бегает и жить хочет, как и ты. Волк, например. А чем тебе волк-то не угодил? Да потому что зубы у него. А он что? Виноват, что волком родился? Вот, скажем, приказали считать волков врагами населению. Взялись всенародно, и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. И что тогда? Хорошо тогда будет. Дичи много будет. Да не будет дичи совсем. Если жизнь одной краской красить, кончится жизнь-то. Без волков зайцы зажиреют и передохнут все. Что тогда? Своих волков выращивать будем? Али за границей покупать для страху? А ты часом не из раскулаченных, Иван Петрович? М? Тебе что? Дальше Сибири все равно не пошлют. Да и на кой я им нужен? Кому это им? Ну, нам. Все. Спать пойду. И мне пора с утра уезжать. Чего тебе? Что, скучно? Скучно. Я твоему отцу адрес оставил. Приедешь летом, в техникум тебя устрою. Здесь пропадешь. И вот еще что, ты за отцом-то следи, неосторожный он на тебя. Поняла? Поняла. А глупости не надо делать даже от скуки. Все, иди. Oh.
Отличную позицию мы выбрали, товарищи бойцы. Отлично. Другого пути на железку нет. Значит, возьмем их прямо здесь тепленькими. Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Ты понимаешь, не дролишка. Нечего мне кусочки выкладывать. Давай наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Угу, вижу. У меня конституция такая. Конституция. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех. А есть на что посмотреть? Давай. Решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему взяться в плен. В случае сопротивления одного убить, другого все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца «Четвертак». Своим заместителем назначаю младшего сержанта Осянина. Почему меня в запасной? Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано выполнять. Ты, Галка, наш резерв. И первым я с ними буду говорить. По-немецки? По-русски. А вы переведете, кто не поймет. А ежели в бою так будете высовываться, то Санбада поблизости нету. И Мамань тоже нету. С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать пока лично, огонь не скомандую, ясно? Приказ. Противник силой до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу, Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве 6 человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Вопь-озеро, сосед справа – Бегунтово озеро. Вопросы? То прошу пройти на позиции.